Вера Шаталина и, конечно, Ирина Александровна Винер. Молодчина, молодчина, Дина Аверина, великолепная композиция. Мы, конечно, все помним многие известные упражнения, в которых встречается образ лебедя. Это и фантастический мяч Юлии Барсуковой, и золотые, прям так скажем, обручи российской сборной, и мяч Саши Солдатовой в 15 году, и олимпийская лента Маргариты Мамун. Вот Ирина Зиновка, хореограф-постановщик нашей сборной, встречает гимнастку. Ну, а вот этот лебедь изумительный... С большой фантазией подошли постановщики к созданию этого номера, потому что первая и третья часть упражнения – это сам балет, а вот средняя часть – это нарезка из саундтрека фильму «Черный лебедь». Наверное, многие смотрели этот фильм с участием Натали Портман, что вот такая сложно сочиненная композиция. Ну и великолепные элементы. Сложность этой композиции просто потрясающая. Я хочу обратить ваше внимание, как последовательно, без подготовки, без каких-либо пауз выполняет гимнастка все элементы, которые в этой композиции. И это фантастическая работа с предметом. По новым правилам гимнастки получили возможность еще больше разнообразия работы предмета использовать в композиции. Итак, выходит на первую позицию 17.75 оценка Дины Авериной. Наши поздравления тренерам.